Так, ну, мы находимся в Долинском районе. Вот такая чудесная, не знаю, как назвать, поляна. Ну, вряд ли это можно назвать поляной. Мы запарковались, Игорь нас привез. Мы запарковались вот там, в 2 километрах. Такая полянка, где все паркуются. И вот сейчас пойдем, вот там вдалеке виден мост. Пойдем туда по направлению озера Лебяжьего. И вот эти поля, это фактически болото. Болото, на котором, значит, мы надеемся сегодня найти клюкву. Сахалин, он предоставляет массу, так сказать, всяческих плюшек. Но вот люди уже, наши братья, пошли в сапожках, в болотниках. И мы сейчас с Игорем тоже присоединимся. Обкатаю я свои новые болотнички. Вот. И пойдем промышлять клюковкой. Даже клюква здесь есть. Ну, клоповка, брусника, понятно. Ну, в том числе и клюква. Так, ну ладно. Пойдем дальше. Так, ну мы тут продолжаем добывать. Не сильно ее много, говорят наши бывалые братья. Вот. Но тем не менее. И вот здесь попадается такая чудная ягода под названием костяника. Вот такая костяника. Интересная. Вот она. Вкусная прям. Я ее сейчас вот срываю и ем. Так, это у нас клюква, а это костяника. Так, а ну-ка, иди-ка сюда. Вот. Давай мы тебя сейчас попробуем. Ляпота. А вот там дальше охотничьи домики попадаются. Так, опять у меня фокусировочка. Здесь охотничьи домики. То есть тут и охотники, тут и рыбаки. Вот там дальше озеро Лебяжье. В той стороне. В общем, красота. Красота. Кочки. Так, ну, хорошо. Костянику я показал. А есть же где-то еще и клюква. Так. Где она тут? Вот она. Вот она, родимая. О, раз. Так вот мы ее раз. Вот так вот. Ну ладно, продолжаем. Продолжаем собирать клюковку. Так, ну что, мы тут на привале. Передохнуть решили. Вон там братья наши, мужики сидят. Пьют чайки, кофейки. Разные там тортики, шмортики. Ну и, конечно, сало. Вот, ну, место здесь, конечно, очень-очень приятное. Солнышко сейчас зашло. Вот. Но очень тепло. Не менее 15 градусов. Вот. Поэтому хорошо. Здесь такая вот интересная. Полянка среди леса. Клюкву я уже показывал, да и многие ее видели в жизни, поэтому буду показывать природу немножко. В общем, это Долинский район у нас. Мы проехали через Долинск и после селения Покровка повернули на север, получается, и заехали сюда, вот на это болото. Заехали через Покровку. Люди заезжают, даже бывает, через озеро. Вот там вот я показывал. Озеро Лебяжье. Там специальный есть человек, мне рассказали, который зарабатывает денежку, переправляет людей через это озеро. И они, дабы не тратить длинный путь, не совершать, не тратить много времени, заезжают через озеро, а не через вот эту дорогу на Покровку.
Вот такие у нас тут дела. Отдыхаем, наслаждаемся. 10 октября, но печет, прям печет. Я в одной футболочке и вот джинсовая курточка. Прям с меня пот течет. А утром было около нуля. Заморозок такой, вот этот мох, он аж хрустел. Так что еще такое бабье лето здесь проскакивает на Сахалине. Вот такие дела у нас. Ладно, эту часть буду заканчивать. Пока-пока. До новых встреч, до новых видео. С Господом.